Моей семье, мою семью тоже не минул коронавирус. В прошлом году вся семья заболела. А мой сын в Воронеже учится, тоже заболел. Ну, казалось бы, в легкой форме вроде бы, потом звонит мне, все, вылечился. А через некоторое время, недельки через три, снова позвонил и говорит: мам, у меня рука, не могу держать в руке карандаш, ручку, и на ногу не могу наступать. Как-то вот координация движения нарушается, то есть ослабла рука и нога. Координация нарушилась. Что такое? В панике. Я говорю: иди к неврологу быстрее. Надо МРТ головного мозга, спинного мозга, спины, шеи. Это нужно сделать. Как всегда, все врачи у нас работают на ковид. И поэтому невролога пришлось нам ждать очень долго. Но платно сделал все это. Она МРТ показала, что у него очаги в головном мозге образовались и киста. И вот как потом выяснилось, что от чего это произошло, что способствовал этому коронавирус. И вот мы уже не стали ждать, я уже 2 года была знакома с коралловой продукцией, с концепцией здоровья, и быстренько говорю: давай начинай пить, потому что врачи ничего не назначают, они не поймут, от чего, какое это заболевание. Ждем же узкого специалиста. Ну, мы сами начали давать ему вот эту программу 90 дней. Первое – детокс, потом парашют, потом уже клеточное питание. Но вот даже уже детокс он пропил, и то сказал: мне уже лучше. Уже отпустила его рука, и нога тверже стала, но еще немного оставался этот симптом. И потом пропил он и клеточное питание. И вот 3 месяца прошло, он попал к специалисту в областную в Воронеже. И он говорит ему: ну надо же сделать теперь нам снова, 3 месяца-то прошло, снова МРТ. Ну и сделали МРТ это и сравнили. И получилось, что на МРТ показало уменьшение вот этих всех, как уж сказать-то, очагов и кисты в 2,5 раза. Просто я была в шоке, думаю, вот это да. Даже невероятно просто, в 2,5 раза вот это уменьшилось все. И для того, чтобы узнать, что это произошло, каким образом, что это вот за диагноз, потому что никто ничего не может понять, доктор говорит: единственное, только пункцию спинного мозга взять и узнать, там специальный такой анализ, от чего это возникло. Ну, когда взяли, определили, что у него рассеянный склероз. И доктор уже говорит: ну, это вот потому, что вы перенесли вот этот коронавирус. Сейчас, говорит, очень много таких. А ему 21 год. Вот представьте, что это 21 год, вот такое случилось. Ну, мы были в шоке. Ну, вот я просто благодарна тому, что я узнала концепцию здоровья, что вот сразу же мы начали пропаивать его вот этими Coral Detox, Parashield и клеточное питание для мозга. И ему стало легче. Но сейчас некоторое время перерыв вот прошел. Сейчас я ему снова покупаю эту программу, снова пить. Потому что на этом нельзя останавливаться. Раз это заболевание появилось, значит, нужно продолжать, продолжать и продолжать. Поэтому вот такой случай произошел. Ну и мы сами тоже тяжело пережили, но как-то за него мне было больше волнительнее, потому что мы вот уже взрослые, ему еще жить да жить. Поэтому вот знаете, что продукты Кораллового клуба очень хорошо помогают вот в этом даже случае. Спасибо.